Всем привет! Мы на канале Queen Alice. Предлагаем вам небольшой видеообзор фарфоровой куколки. Она необыкновенно красивая, не очень красивая личико, расписанная вручную. Это куколка 2004 года, можно сказать, уже ретро. Не очень красивые с перышками. Украшения на голове, цветочки искусственные. Необыкновенное платье. Это куколка ангел. Не очень красивые крылышки. И она выглядит просто необыкновенной. Эта куколка Донна Руперт, автор ее. Сделана она в 2004 году. Донна Руперт, 2004 год. Очень красивая кукла ангел. Это куколка фарфоровая. У нее крылышки такие красивые, ангельские. Из перышек. Очень красивое нарядное платье. Видите, оно прошито, поэтому лучше можно затянуть, а снять его полностью нельзя, потому что крылышки здесь вставлены. Но кукла необыкновенная, сейчас мы ее покажем. Эта куколка только частично фарфоровая. Рука у нее набитая внутри, то есть у нее кисть получается фарфоровая и верхняя часть фарфор. Личико тоже фарфоровое. Глаза у нее просто необыкновенные, голубые, пронзительные, ресницы очень длинные, губки полные, очень красивые. У нее очень миловидное личико, но еще необыкновеннее ее платье. Это платье, оно двухслойное, юбочка прошита тоже перышками. Внутри дополнительная юбочка, покажу. Станишки на куколке и ножки босые. И ножки у нее тоже набитые. Все, что не видно, все, что начинается выше штанов, это набитое. И только низ фарфоровый. Что необыкновенно в этой куколке, это то, что у нее платье светится. Также у нее есть красивые крылья ангела. У нее очень красивые ноготочки, как будто бы с прозрачным лаком. Очень красиво. И платье украшено разными узорчиками. Очень красивое платье. Полностью оно не снимается. Это куколка для коллекционирования. Она просто необыкновенная. Платье розового цвета, блесточки. И у нее есть такой небольшой механизм. Пакетики. Его можно хранить на подставочке, так как она стоит на подставке. Специальная подставочка именно для этой куколки. И этот механизм хранится под ней, чтобы его не было видно. Но если нажать кнопочку, то эта куколка оживет необыкновенными цветами. Смотрите, какая она красивая. Такой светящийся ангел. Это для коллекционеров куколка. Расписная. У нее паричок. Очень красивые длинные волосы. Очень красивые. Паричок проклеен. Волосы блестят. И с красными такими прядями. И она выглядит роскошной. Ей можно делать причесочку, косичку делать, хвостик. А можно оставлять волосы распущенные и прятать их на спину. Дикие фонарики в платье. Маленькие фонарики. Вот такие фонарики. И они светятся. Батарейки можно менять. И куколка будет радовать. Она достаточно высокая. И очень красивая. Куколка роскошна. И о ней стоит сказать и рассказать. Потому что у нее необыкновенное лицо. Очень красивый профиль. И глазки красивые, расписные. Она очень милая. И глазки как будто бы настоящие. Она смотрит на вас. И как будто бы эта куколка жива. У нее очень красивая личико. Очень красивая она вся. Ушко сделано здесь, конечно, не очень. Это так, пародия. Но если... Она как эльф. Видите, у нее ушки, как у эльфа. Ушки не человеческие, а все остальное великолепно. Очень красивый голос. Красивое платье светящееся. Давайте мы так повернем. Покажем вид сзади. Сзади она тоже очень красивая. Если поднять волосики, мы видим ее платье и ангельские крылышки. Очень миленькая куколка для коллекции.
сверху ангел. И видите, как нимб сделан узор, наверху как будто бы нимб. Волосы паричок, они проклеенные. Хорошие волосики очень. Можно заплетать в хвост, в косичку. И также ее можно включать и выключать. Сейчас мы ее выключим, и вы увидите, как это все легко происходит. Сейчас мы ее выключим. И все. Нажимается кнопочка, и куколка отключается. Спасибо, что были с нами на канале Queen Alice. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч завтра. Пока-пока!